собственно, с 19 по 23 апреля, хотел сказать февраля, потому что у нас тут погода немножко февральская, проходит фестиваль активистского документального кино. Очень насыщенная программа, порядка 20 фильмов на разные темы с разных стран: Индия, Греция, Россия, Грузия, США. В общем, если вы любите документальное активистское кино, то, наверное, стоит прийти, потому что это уникальный контент, которого больше нигде увидеть будет нельзя. Их нету в широком доступе и нету, естественно, в российском прокате. Самые сливки активистского кино, которые мы собирали на протяжении нескольких месяцев. Так что, наверное, прийти стоит. Давайте я расскажу про фильм «Открытие», который будет сегодня, «Авариан Сайкас». Это фильм 40 Джоанны Соколовски и Кейти Трамбл-Вай. Они сняли историю активистской феминистской бригады, которая называет себя «Авариан Сайкас». Они ездят на велосипедах, устраивают такие заезды с empowering смыслом. Это все девушки из неблагополучных семей, из неблагополучных кварталов. Они живут в районах, где очень высокий уровень насилия. Они практически все героини фильма сами с таким бэкграундом домашнего насилия. И они вот объединились в эту группировку, чтобы этому насилию противостоять. У них такая атмосфера сестринства, взаимопомощи, и это довольно интересная тема. Интересный фильм. Но вы на него уже не пришли, так что я вам сочувствую. Блин, да, еще бы я, наверное, посоветовала прийти на фильм «Референдум и сопротивление в Западной Сахаре». Это в целом фильм посвящен ситуации в Западной Сахаре, которая является последней фактически колонией в Африке. Его сняла американская режиссерка Иара Ли. Она приезжала когда-то в Россию, но сейчас нет, к сожалению. И с точки зрения феминистской оптики, наверное, это очень интересно, потому что Западная Сахара вроде африканская страна, и там мусульманский тоже бэкграунд, но там очень большая роль женщины в сопротивлении, у них там женский комьюнити, женский активизм довольно сильно развит, и это отражается в фильме, так что это интересно. Вот, да, наверное, все. Не знаю, что еще.